Добрый день, друзья. 1 июля 2021 год. Вот, бородку подстриг вчера. Смотрите, покосом занимаюсь профессионально. Значит, объем работы на сегодня. Получается, вот надо вот эту травку положить под землю. Опять же, при условиях безопасного покоса закрываем окна, да, потому что вон дресва. Вот. Вот такой объем работы на сегодня. Ну, двигаться. Тут вообще объем работы и туда, во все стороны, и туда, и туда. Вот. А вот так должно получиться. Это вот вчера делал. Это позавчера и позапозавчера. Вот так штиль работает под землю. Значит, идея какая? Показать. Вот штиль прогревается. Показать. Купил новый воздушный фильтр. Вот сейчас поставлю. Благодарю дилеров в уссурийске марки «Штиль». Магазин «Дом и сад», Калинина, 48. Руководитель Сергей Михайлович. Консультант-продавец талантливый, профессиональный, компетентный Денис. Вот магазин «Дом и сад», город Уссурийск, Калинина, 48. Вот сейчас поменяю фильтр. Ну, на штиле все очень просто. Крышка открывается, да, вот фильтр проходил воздушный, получается, 2 лета, да, ежедневная профессиональная работа, да, вот такой, да, и вот здесь он начал немножечко уже дырочки появляться, поэтому вчера заехал, купил новый фильтр, 500 рублей стоит. Ну, мне вот скидочку сделали. Благодарю. Вот так он устанавливается. Вот, на штиле все очень просто. Ни проводов, все скрыто. Вот, все немецкое качество. Вот сейчас покажу в разы. Я вот ощутил, когда почистишь фильтр воздушный. Вот представляете, или вот на таком, да, или на новеньком. Когда почистишь, в разы просто мощность. Ну, я прогрел специально на холостых оборотах, чтобы видео было интересным, энергичным, профессиональным, да. Сейчас покажу, насколько мощность увеличивается. Так, помним про безопасность, масочку одеваем, потому что как только начинаешь снимать на камеру, начинает что-то происходить. Ну и помним, да, друзья, про безопасный покос. Вот окна закрываем, окна закрываем. Щитом, да, дресва, чтобы не летела. Ну, это я приготовился, потому что потом пойду под окно работать. А сейчас хочу показать мощность нового воздушного фильтра. Друзья, реально, блядь, аж в руках подпрыгивает. Yeah.
Ну, думаю, очевидно, да, друзья, просто вообще все познается в сравнении. Штиль просто красавец. Так что принимаем заказы. КПД увеличится сейчас на новом фильтре воздушном. +7 924 1 2 3 24 44. Стороженко Владимир, все отчеты по покосу, там по оборудованию делаю обзор, штиль. На YouTube-канале Стороженко Владимир. Помогай Бог!